решил я в городе своем сделать памятник. Прям реально это, ребята, мрамор. Откуда я его взял, так получилось, что... Привет, ты на канале Toy House. В этом видео ты узнаешь, как можно сделать памятник. Всем здорово, это лучшие обзоры для лучших людей. Канал Toy House, если не подписан, обязательно это сделай. Давай быстренько вот сейчас подпишись, и мы начинаем свой обзор. Ну а еще можешь поставить сразу лайк, я для вас всегда стараюсь. Итак, памятник. Решил я в городе своем сделать памятник, потому что памятник — это основа чего? Ну обычно за памятником что идет? Правильно, идет в какой-нибудь парк, поэтому будет памятник, а дальше пойдет, соответственно, парк со всеми там лавочками, деревцами, аллеечками, в общем, и так далее. Хотя я не уверен, я могу и передумать, поэтому не знаю. Может быть, что-то будет по-другому. Но памятник у меня получился, ну вы видели уже, это военный экспонат. Это вот такой вот памятник Т-34. Думаю, самый, наверное... актуальный памятник, который, наверное, во всех городах присутствует, правильно? Вот в твоем городе есть такой памятник? По-любому есть. Даже не то, что в городах, мне кажется, в небольших даже поселках и каких-нибудь даже деревеньках стоит памятник легендарному танку Т-34. Поэтому решил начать с него. Пока что будет первый памятник, за ним посажу аллею из туй, ну, вернее, прям за ним сразу будут два дерева из туй, скорее всего, расти, либо елочки, потому что там небольшой у меня косяк, сейчас я вам покажу. Из чего я делал памятник? В принципе, памятник можно сделать любой, из любого материала и абсолютно любому, как бы, предмету, да, можно фигурку человека взять, можно взять трактор, можно взять автомобиль, можно взять автобус, троллейбус. С фантазией, если нормально, то делайте все, что хотите. Поэтому памятники бывают разные. Так, из чего сделать? Ну, из чего сделать, это тоже такой момент, знаете, как бы можно делать из всего, что хочешь, по сути. Потому что памятник, опять-таки, когда строят памятники, обычно скульпторы, да, этим занимаются делом, они делают то, что они видят. Как видят, так и делают, поэтому я художник, я так вижу. Вот так вот можно ответить. Короче, у меня вот такой вот памятник. Я художник, и я так вижу. Да, он немножечко, может, где-то неправильный. Может быть, я вам вот так вот сейчас пониже опущу. Может быть, где-то я перегнул, где-то палку, да, не так сделал. Но я сделал, как мне понравилось, поэтому вот так вот. Погнали, из чего я делал? Ну, соответственно, модель танка Т-34, это компания Мадемиу делает наши танки. Делал я на них обзор, можете найти на моем канале. Это, видите, вот за советскую Эстонию. В общем, вот такой вот танк, по-моему, это второй модификации, не первый. Ну, а может быть и первый, я сейчас уже не помню. Когда я Т-34, 76, 42-й год, в общем, этот танк. Масштаб 1 к 43. И смотрите, основание. Основание — это реально мрамор, если честно. Прям за основание я взял, вот прям реально это, ребята, мрамор. Откуда я его взял, так получилось, что были у меня от кухонной мебели остатки, в общем, вот такого вот бордюрчика. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот, смотрите, как бы лежал много-много лет и вот пригодился. Пилить его довольно сложно, но все-таки лобзиком я это дело электрическим освоил. Отпилил, но пилится он, ну, просто нереально его ровно отпилить. Поэтому, как бы, вот прям смотрите, чтобы вы это ничего не говорили. Прям вот. Это реально камень. Реально прям камень. В общем, отпилил 4 грани, соответственно, померил танк и сделал, в общем, вот такое вот основание. Тут, вот видите, если даже присматриваться, немножечко все-таки ровно, вот не получается его отпилить. Шлифовальной машинки у меня нет. Если бы была шлифовальная машинка, я бы, может быть, отшлифовал бы ровно. Но, по сути, он будет стоять вот, ну, где-то вот так вот в городе. Все эти полосочки будут не видны. Здесь будет идти какая-нибудь тропиночка к нему, может быть, какие-то цветочки я посажу. В итоге, ну, либо кусты, может, какие-нибудь. В итоге видно этих... задекорирую. Одним словом, это все задекорируется и видно не будет ничего. Как же я подумал, танк без таблички тоже как-то не вариант. Нашел одну из первых попавшихся в интернете табличек, распечатал.
Вот, и у меня получилось так, в этом районе в ноябре-декабре 41-го года 32-я танковая бригада проявила героизм при разгроме немецко-фашистских войск. Установлен в ноябре 66-го года. В общем, нашел такую табличку. Больше никаких не нашел, поэтому решил, ну, как без таблички тоже, памятник не памятник. Поэтому вот, ну, правда, танк тоже не соответствует. Такс. Сзади. Сзади посложнее. То есть сзади покривее получилось. Вот так вот. Здесь поэтому будет расти две туи. Посажу. Сейчас я вам покажу даже, как это будет выглядеть. Смотрите, в общем, приблизительно это будет выглядеть вот так вот. Вот они, две туи. Они, хотя можно взять и побольше. Вот так вот подсадятся сюда, поставятся. Ну, я сейчас просто приложу. В общем, все. Этих полосочек видно не будет. Будет вот такой вот. Ну, вы, в общем, поняли, да? Да не хочет. Сейчас я все-таки присланю ее, попробую. Вот. Вот видите, все, уже этих полосок не видно. Цельный монумент у меня получается. Как бы нормально смотрится. Следующим моментом. Думал делать дно. Но, когда поставил... О, дно, но... Это не эхо было. Дно, но... Короче, смотрите, поставил танк. И он здесь, короче, прям вот встал. Единственное... Конечно, да, вот его можно ровно поставить. Будет он ровно смотреться. Ну, ровно тогда нижняя гусеница у нас проваливается совсем. Я его немножечко вот так вот наискосок ставлю. Вот так вот. И вроде он наискосок стоит, как, ну, всегда танки стоят. Ну, хотя я фотки смотрел, и ровно бывает. И вообще они там на взлете где-то, да. То есть вот так вот стоят аж, вот так. Ну, по-всякому, в общем. Даже вот так я видел памятник стоит. Ну, специально, там другой еще немецкий стоит танк, и Т-34, и вот в таком вот он изгибе стоит. Поэтому тоже, как поставить танк, это сугубо вообще, как хотите. Итак, получилось все, стоит, и прикреплять я его не хотел. Почему? Потому что этот танк у меня участвует обычно, ну, первый раз, правда, участвовал в День Победы. Вот сюда куда-нибудь закреплю, если что, можете посмотреть, День Победы из моделек был. Поэтому, как бы, вот, я снял его, и он поехал дальше. Вот он будет вот так вот стоять красивенько. Не могу вам показать. Ну, на фотках вы можете видеть этот излом, что у него есть, как бы он поднятый, не опущенный, ничего. Вот, в общем, симпатично, мне кажется, довольно смотрится. Хотел я резать, конечно же, вот так вот отпилить это все дело. Но, ребята, я вот только на вот этих вот краях отпиливание ровно. Обычная ножовка это не берется делает, это очень сложно. Мрамор пилить, я не знаю, какой-то нужен, может, специальный инструмент, чтобы его ровненько пилить. Может, болгарку, но у меня болгарки, к сожалению, нет. Поэтому как-то вот так получилось. Ну, на мой взгляд, неплохо. Пишите обязательно ваше мнение в комментариях. Потому что? Правильно, кто пишет комментарии, получает от меня привет. И давайте перейдем к приветам. Кто сегодня получает у нас? Данил Багаев, Рушангуль Ибрагимова, Артем Леоненко, Роман ТВ, Андрей Давыдов и Гарик. Вам всем приветы. В общем, ребятам понравился видос. Пишите обязательно свое мнение в комментариях. Ставьте лайкос. С вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидания. Dos.